Что там? Уф, какая, уф, молодец. Приехали мы с Ашаном. Вот, купили там 4 пакета на 4000. А что купили, сейчас вам покажу. Ашан уже, который в Иваново. Так, что мы купили? Рыбные котлеты. 4 штуки. Так, кордон блю. Тоже 2 штуки. 2 борща взяли. Кортекс. Картофель с грибами. Вот их ашановская марка. 2 штуки, 2 мексиканские смеси, 2 личо. Также взяли сыр финский, брест-литовский, белорусский. Так, взяли попробовать такой, ни разу не видела, креветки. Да, сыр плавленый с креветками. Кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите состав. Так, дальше сметана. Вот сметана. Дальше купили на 80 рублей, у нас получилось вот 4 помидора розовые, ароматные, как домашние. Дальше сыр тертый, российский, луговая свежесть. Также взяли колбаса докторская, без усилителей вкуса. Состав у нас. Состав. Так, дальше взяли дымовицу из окорока. Так, дальше мы взяли вот лапшу волнистую, смотрите, вот такая вот. И к ней мы взяли грудиночки. Будет очень вкусное блюдо. Так, дальше взяли тесто для пельменей и тесто для вареников и мант. Так, также взяли вот такой вот пирожное, вкус детства. Да, смотрите, какое красивое, надеюсь, вкусное. Состав. Так, вода негазированная и сметанный тортик на каждый день. Так, вот, смотрите по чеку. Ай. Так. Вот сумма 4000. Так, это еще не все. Это было из продуктов. А сейчас я еще немножко накупили из хозтоваров. Купили мужу шлепки. В начале видео ценник можете посмотреть. Но он 44-й носит, но это у него на вырост. Так. Дальше. Наушники. Птичкам вот такую гирлянду купили, потому что им нужен свет. Наши все перегорели. Вот такой дарт с мягкими шариками. Напомню, ценники все в начале видео. Так. Подставка для селфи. Вот такая вот. Телефоны, планшеты, вот такая вот мягкая. И вернель. У нас в Магнит Косметике 400 рублей. Там мы один уже покупали за 100 и сейчас опять за 100 купили. В общем, что я могу сказать, очень выбор огромный в Ашане, в Иваново. Даже он у нас в Питере не такой большой выбор был. Вот, сейчас я открою вам наушники, покажу, что там за наушники, и открою гирлянду. Надо проверить, светит или нет. Ну, я это открою. Так, все, 290 рублей вот эти наушники, что звучание прекрасно, есть даже басы за такую цену, здесь вот громче, тише можно сделать.
Вот, классик, проводная стереогарнитура. Вот, смотрите. Вот. В общем, мы их проверили, нам они понравились, за такую цену просто шикарные. Вот. Сейчас мы проверим здесь огонечки. Прошу прощения, у нас студия, птичек девать некуда. Так. Включаю прибор. Работает? Странно, надо разобраться. Сейчас включу и присоединюсь к вам. С тройником не горели. Вот, вытащили тройник. Вот, смотрите, вот так вот. Горит белым цветом. Это мы как светильник птичкам нашим хотим. Горит прекрасно. К Новому году, кто любит белый, вот, пожалуйста, тоже. Цена недорогая. И штатив. Вот такой маленький штатив. Здесь он прикручивается. Здесь вставляется телефон. Вот эти все мягкие. Тоже все недорого стоит. Вот. Ну все, спасибо за просмотр. Кому что стало интересно, покупайте в Ашане. Если есть в вашем городе такая продукция. Вы посмотрите, какая красота. Такие вот пироженки. Молодцы, умеют же делать. Ой, красота. Такие пироженки. Они, правда, маленькие-маленькие, но сама вот суть. Так, сейчас мы приготовим карбонару. Так, для этого возьмем лапша. Вот такая вот мы только что в Ашане купили. Вот такая лапша. Ее буквально стряхнуть один раз, варить 2 минутки. Как вода закипела, кидаем, потом в холодной воде промываем и готово. И вот такая бекон здесь грудинка. Мы это сейчас сделаем в микроволновку, чтобы на сковородке минимум жира. Вот, и все вместе смешаем, добавим маслица, сыра и включимся. Покажу, что у нас получилось. Очень быстрое блюдо. У нас была акция на грудинку 100 рублей и за 80 рублей лапша. Вот 180 рублей полкилограмма карбонары. Это прям даром. Так что сейчас кипящую воду на 2 минуты лапшу. Плюс добавляем после микроволновки туда в лапшу грудинку. И я вам покажу, что из этого вышло. Посыпаем сыром. Прошло 3 минутки. И посмотрите, что у нас приготовилось. Вот такая вкуснятина. Такая карбонара. Быстро, дешево и вкусно. Спасибо. Заходи, если что.